А, начисляй, кстати, сразу за эти, ну, по ачивке. Типа ачивка начислил, потому что сильно меняется состав рейда. Плохо зачем? Да, меня слышно, есть. Там 10 ИП за дворфа, правильно это? Почему так много? Почему не 7? 4,7. Ага, потом сидит такой как с калькулятором считает. Да, я вот так гордо сказал, это я придумал, говорит. Да тут никто и не сомневался, что только ты можешь такое придумать. Такие подсчеты и в уме можно делать, что-то сразу, калькулятор. Ой, там есть если только здесь зарплата. Будет в огонь. Вот сделал, Патрисия будет считать. Ну, если здесь вагон завести и мобов двух раскалить, есть этот ИП какой-то или что там, не читал просто. Кулак и эти рыбу поставьте, кулак ПДК. Где кулак ПДК? Ну тогда кауку остался крест. Рыба под кружком. Жертвенный костер прожмем его. Проклятие рока пока все прокнуло и форма демона. Это не нужно делать. АДК есть, сова есть. Те же 13% есть из спины. Ветерки не прожали хуйню свою. Можно раздать, потому что нам все равно. Опа, опа, ачива. Давайте не будем его херить. Мобов надо собрать у нас танка, который на них забрал в кошек. Да свершится воля Творца!
А 232 еще тут же на ПТ? На трансмут. Я НХ буду туда собирать тоже. Там три шама и апис. Там я пока в ШП побуду, поподбиваю. Не может, да. Если у него кританет, у него до. Хотя, бля, там это воспламенение будет работать. Идет. Да. Если можно, пожалуйста. Да. Дворф, блин, начивка. Не, я зачека, и все равно потом на как его. Чем могу быть полезен? Получится побольше стараться копить, потому что если не активировать четвертую пушку спустя минуту после ее активации, она забагается и уже ничего не можно будет активировать. Она станет доступна, она будет держаться одну минуту, потом она забагается и все. Повезло на дворфов. Больше не бейте. Ну если обцануть, вот прямо сейчас. Не
забудь потом таун дать в этот, туда, где стоят мамбы. Танк. Так он именно туда дыхал. Пиздат только. 20 2000. Че, только одного засчитал? Одного засчитал? Пиздец. Непонятно просто, зачем жарить сразу 25, когда я каждую льду их жарю. По 5, по 6 штук. ЕП. А, не прав. Ну так это месяц проходить и все. Получил. Нет, надо делать 24, чтобы человек понял, что нужно еще раз в льду сходить. Ты сейчас таким все ачивки сделаешь и все. Вон вылезло сразу до хрена. Да, головы вообще будем выкидывать, не давать, чтобы люди ходили. За ним. Только без дот, вообще без дот. Двух он убили. Одного убили. Никого там не убили, одного сконтролили. Вон квадрат захильт. Ладно, простите. Синий квадрат захильт. Да, я хильнул уже там 50. Че, ждем еще или я спускаю? Быстрее, она скоро снова взлетит. Сразу не подбивайте, там гварды тоже по ним играют. Если их не бить больше. Пять. Всего шесть. Там этот, слышишь, их еще мобы, по-моему, бьют, когда они подходят к роже. Пусть танк соберет, пусть наагрит, зачем он сразу подбивает? Бомбу только повесил и умер. Поднять или не нужно? Бля, я просто бомбу повесил, бля, и моб на меня пошел.
Дайте лапу хотя бы, друид. Так я дал лапу. Саша, 20. Подождите, после пушки еще 10 секунд вырезать пачку, потом запустить. Слышишь, короче, мобы бьют по 800-500 и критуют по 1500 в них. Третий страж переродился, Ник Джонс. Дим. Я могу прочитать это заклинание.
Слышишь, а Берсу можно, короче, типа прокайтить, она не вылетит обратно? Она спускаться вроде как не будет на Берсе. Да. Да, все. Да, мы с тобой давно говорили это, а ты, блядь, все, нет, всех сейчас будем жарить. Сколько стражей получится, столько получится уже. Уконченный, да? Кто согласен, плюс Ричард. Так, а этот, слезы не запорятся разве? Слезы и другой босс. Да слезы это только на лбу. Я думал, это типа за весь рейд нельзя умирать. При чем тут этот босс? Но мы не умирали, мы не умирали. За весь рейд, покорители смерти, по-моему, или победившие смерть, как это называется. К сожалению, да. Левиафани почти сделали. Погоди, а чё за чего победивший смерть? Я про это не слышал. Она у нас долго не работает, когда у льду, да, без смертей проходишь. Видите ещё пак? Не работает у нас? Не-не-не. Куча стражей. Это Берсе, что ты делаешь? Нет. Он пишет, вообще-то он тебе отвечает. Он написал. Да. Постоянно динамичный бой, да? Да, надеюсь, мы будем делать сердцеяды на этой параше, а не дворфов, хламоботов этих других. Бот. Да, я только за хламоботов ушел. Что? С черепа цените?
Отхильте череп просто. Отхильте его. Буду спать ложиться. Стражи куча вышла. Эй, зачем ты его ешь, что ты убиваешь? Да. Еще. Луне стопнуть. Хип по трэшу стопните и подведите ближе к дыханию. Че вы тут встали? Поэтому оно и не достает. А зачем протопал кидает? Так, ну, ладно. Так они убиваются. Всем. Семь штук. Еще четыре. Роджера, ноль же было, он говорил, нет? Ну, у меня тоже ноль было. У меня 21 сейчас. Знаю, почему я ему а лучше все равно под морду подвести. Так под мордой просто его ешь, поэтому мы не хотели. Тоже. Два стража вы уже убили, зачем? Подхильте печеньку. Печенька? За контрольного, подхильте моба, вот с около пушек прыгаю. Набираю гром на 8. Нигде не был. Вон Пеппер, бери он как раз.
кем заходить? Давайте трэш побьем, а танка похилим. Че, я знаю, я делал в прошлый раз. А я водил. А че тут магом делать? Кем заходить? Ну, у меня сова, хант, маг есть. Хоть кем. А чё, смотри, у вас три мага есть. Я могу на сову зайти, там ещё подбивать надо будет. В любом случае. У совы там есть это тайфун вкачан, надеюсь. Вот у меня вкачан. Хреново. Корни сразу тоже на панели выноси первого левела. Элем корни ставит. Очень хороший элем здесь. Рок там, по-моему, клинки меняет на 1-2 урона и массово замедляет их. Там же вер клинков от оружия зависит, по-моему, процент. Ну, с мамонти есть, кого нет. Да не на утке, да, у любого. Я сейчас в огре куплю клинки какие-нибудь первые. 1-2 урон. Хотел. У меня есть. И маг есть. Пусть магом заходит или хантом, если что, на сову дропнусь. Я все могу. Сестри, у тебя совы нету, которая откидывает? Она у меня есть. После робота на Алгалона будете идти.
Рога, посмотри, тебя такие кортики одноручно устроят, нет? А, ну все отлично. Где пан? Да, я тут. Ну, шантаж сейчас я. Их можно фирять, кстати. Так что фир кидай. И его ужас. Да, шипы фиряют. Паладины станет. Это пати даешь или нет? Фотки тоже снять не забывайте. Ну, трини по-любому надо снимать, это я точно помню. Там оружие и трини этого достаточно. Вместо трини можете ключ поставить. Ключ, поездку, если у вас есть там ВПшная. Прослушал. Папироса. Вижу. Папироса идет. От тебя чьи? Человек постоянно этим, да, этим конусом холода тут держать. Да, они постоянно замедленно должны быть. Короче, смотрите. Правый дальний, как ты сейчас стоишь, там уже забит. Вообще-то и Летриум, Эми. И я. Ну мы тут втроем стоим, ты сейчас такой сюда подбежал и говоришь правый дальний. Правый дальний, говори. Да, ты правый дальний, говори.
Смотрите, вы сейчас вот дворфов делали. Точно такая же накопительная ачивка сейчас с хламоботами. В центре, короче, будем их копить, хламоботов и бумботов. Будем их копить, замедлять, и все. И босса вы будете водить по кругу. Тут ничего сложного нет. В центре копим нужный нам трэш, остальное весь сливаем. Лапу бафните, игу. Слева, дальний, левый угол, левый. Вы только бейте сейчас босса. ФК. Нам босса надо 75. Бота у нас потом берса будет. А берса будет, бейте все, не стойте. Да. Бейте, бейте сердце. О, робота. Трэш выйдет только на 70%, когда сердце вылезет. Пошли контролить. Лапу там. Дали, по-моему, да. Утрамбовщик слить. Не убиваем, только хламоботов и бумботов. Я пока не могу прочитать это заклинание. Теряй, Лоран, теряй. Твой пет убивает. Хламобота сейчас убьют. Петов убейте все. Твой пет, алло. Почти убил. Танчил нормально в прошлый раз. Пока нормально, там хватит. Сейчас принцип поймут. Подожди, подожди, сейчас накопим. Конечно. Все, так небольшой кучкой двигаемся. Кто сейчас ничего не делает, босса переводите. Почему вы не бьете? Босса бейте. Сейчас. До 50% надо убить. Весь трэш сейчас в центре должен у нас быть, вот который мы контролим. В центре его держим, не даем дальше уйти. Вот, ровно в центре. Бар мертвый лежит. Переводите только...
только на ступеньках на середине комнаты. Дал Фроснову. Все, следующий Фроснову кидайте. Фроснову давай. У меня 10 секунд. Кто-то следующий кидайте Фроснову. Прямо сейчас уже. Бомботов пофигу, главное хламоботы, чтобы не бегали у нас. Кидаю Фроснову. Бейтесь в сердце. Кто контролит, на изготовку. Контролим. Ты вроде сниму. Людей назначил, которые должны стоять возле кучи. Все отлично, так. В центр ханты киньте лужу, чтобы в центре они там бегали, тупили. Нам до перевода, знаешь, сколько еще? Пейте быстрее, босс. Откиньте эфир, дайте хламоботу, он под боссом. Дай Фурснову. Замедляйте, замедляйте их, вот идут спереди. Вот в центре их сейчас надо держать. Хламоботов. Не дайте им проходить. Так, одна секунда Фурснова, вот этих заморожу. Все, заморозил. Ханты лужу кидайте в большую кучку. Наперед. Хламоботов кидайте, чтобы. Хорошо, Макс сделал. Сейчас вторую Фроснову удам. Во. Замедляйте, замедляйте, у меня пока КД. Ну, с холода тоже. Постоянно они в замедлении должны быть. Там сейчас просто. Верните их. Да. Да верните их, у ботов они назад не бегают. Так, у меня 8 секунд, подождите. Поконтрольте маги. Нова 3 секунды. Так, даю сейчас Фроснову. Снову. Их надо контролить идти. Уйди, 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 нормально. Я замедлил. Уйди, небось. Вот этих сейчас у лестницы Фроснову кину. Все, давай, веди, веди, веди скорее. Тут ромбовщик. Замедлите у лестницы. Замедляем мобов наперед. Там хватает уже. Контрольте вот этот, чтоб первый. Его можно в овцу взять и подхилить? Нет, нет. Просто быстро води кругами. Теперь Фроснову не кидайте, маги. Кидам только конус холода, замедляем их. Только если я критически близко к боссу, тогда Фроснову.
ты близко водишь, близко. Ханты трапу наперед кидаете. И так вот и закручиваем. Во-во-во, нормально. Можешь выбежать. Все, забейте, пацаны, уже начинается хочется. Просто не обязательно убил. Дайте новую что. Блин, надо пока. Ботов, наверное, сливать. Рифру снова. Бомботы, еще бомботы. Вижу. Сколько там? 4. Там надо смотреть еще что. Там надо, чтобы ШП подбил фомоботов до чуть-чуть ХП, чтобы бомботы их убили. Они просто мало дамажат очень. Где-то по одному. Да, 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 да. Надо вот до 50. Не знаю, в цифрах, в общем, смотри, надо, чтобы у фомоботов было примерно где-то 50%. И тогда они практически с одного бомбота умрут. Там я вообще не засчитал ни одного. Так там 20 секунд, я тебе люди. У тебя показывают уже. Ну тем более, время прошло просто, у тебя надо показывать. Конечно, там же таймер идет. Эта берса не снимается? Потому что она опять баф висит. Ну, в смысле, 5 минут написано. Как будто ее можно снять. Нет, конечно. Да нет, совершенно нет. Я совой гневом подбил. Выкривал там 4-5 левел. Магом можно подбить, но мне контролить надо некогда. Могу магом поподбивать аккуратненько. Петов все убирайте. Не, пусть тогда лучше Рок сидит на трэше, пусть трэш помогает варам сливать. Вары, кстати, очень хороши во второй ветке с этим вой ужаса или что они там дают, массовое замедление. Офигенная тема вообще. Есть у кого-то спек? Он умрет. Да он умрет. Конечно, еще же сбить трэш кому-то все равно надо. Короче, в чем нюанс? Если вы трогаете бомботов, то они, есть высокая вероятность, после 50% начнут лопаться сами. А если бьете хламоботов, то там пофигу. Поэтому бомботов вообще нельзя трогать ни в коем случае. Максимум там 10-15%, 20 максимум. Тогда шпшники точно подбиваем. Да. Я подбиваю магом сейчас. Аккуратненько. Да, бум-бум. Бомботов 10% максимум снимаете. Так, они просто с каждой кучи появляются. Куда где не повел, там они будут. Одного или двух он по-любому проглотит. Я стараюсь. Я стараюсь. Знаешь еще какой прикол, что босс не срезал, короче, по дуге, вот если ты слишком быстро пробегаешь, он старается к тебе бежать по дуге через центр, близко к этим ботам. Ты из угла в угол бегай, понял? И он тогда, короче, не так близко будет к мобам. Дайте кулак по ханту. Туда добежал до одной кучи, подождал, постоял, к другой куче, подождал, да, постоял. Да, потому что он начинает просто срезать. И вам надо босса быстрее бить.
Очень долго до босса бьете. Только бомбы на босса не вешайте, там холмоботы будут рядом стоять. Сдохнуться. Можно без него пока перевести или что? До 75 подобьем. Бейте до 75 очень быстро и сильно. Конечно, конечно. А на последующих не отдавайте. Ни копий, ничего вообще нельзя. Просто в конце нам ботов. Расходитесь по местам. Кто контролит, по местам. Ты на левой. Нижней. Играйте побольше. Вы сразу-то не подбивайте, подбивайте, но потом уже, под конец. После второго раза как? После второго подбиваю. После 50%. Бомботов не трогайте их. Пора возьмет. Дам. Дам фрост нового, дам фрост нового. Фигр, если не знаю. Сожрал. Давайте переводить. Дам фрост нового, тут вот спереди дам фрост нового. Вы в основную кочу. Я под боссом, которая вот. Под боссом контрольте, ребята. Ведешь сюда, короче, где маг Эмми, ищи меня, я прыгаю, ведешь сюда, тут нету хламоботов. Вижу. Бля, появились. Там до правой куча. Ты повел, надо в противоположную сторону было, что ты делаешь? Да, они с подстеровками. Наперед, наперед. Видите, куда танк ведет? Вот туда и замедление кидайте. Просто на лоб. Во-во, хорошо танк водишь, нормально уже. Бейте, бейте, босса. Хламоботов до 50% подбивайте уже сейчас. Тихонько. Он идет один. Наверное. Даю фрустнову перед боссом. Вы сейчас переведете, где будет еще время их, блядь, тут сладить, хер знает. 25% переходка будет только через 18%. Да, самое главное.
наперед кинув его снова. О, давай, веди. Переводим на ступеньку. Надо их в центр сейчас поставить, короче. Вот этих, вот держите их в центре сейчас, хламоботов. Кто следующий фроснову кидает в толпу? У меня 7 секунд. Меня 2 сейчас кину. 7 секунд. 3 секунды за контролю их. Вот я сейчас кидаю фроснову, никто не кидает. Все, я кинул фроснову, отлично. Побежали по кучам контроля. Справа бегут. И пошел направо. Ой, справа очень много вообще. Помогите кто-то. Шипофир. Шипофир. Справа. Вернул. Все, отлично, справа все. Все целы. Светит хорошо. У трамбовщика слить, ребята. Кто ничем не занимается, у трамбовщика сливаем. Уже потихоньку подбивать. Все, там. Теперь надо в центр их в одну точку свести, подбить хламоботов до 50%. В одну точку в центре свести и бумботов точечно залить. Подбиваем только хламоботов. Зачем они просто выбирают одну цель в рейде, идут на нее, если все встанут потом в центр, они туда к нам и будут. Они сейчас примерно в одной точке. Снова не кидайте, только замедление, конус холода. Сейчас просто закручиваем. Давайте взрывать. Замедлить надо. Кинул фроснову, кинул. Вы что, сливаете уже? Что-то флома ботает далеко идти. Давайте замедли. Ну еще одного бомбота не хватило. Не знаю, мне 2 всего засчитано. Первого слишком рано слили, время вышло. Нужна четкая команда, когда начать сливать. А то один сказал, да, давайте сливаем, рост. Другой сказал, давайте попозже. Один сказал, давайте заведем. Все падать можно. А еще и версы нет, блядь. Еще смотри, короче, надо еще каждому нормальному РДДшке дать, короче, бумбота со своей меткой, вот как они выходят, и вот 5-6 бумботов за глаза хватит, и каждый человек просто конь хант и маг и шава, шипа и сова бьют этого бумбота, и все подростом, и не будет путаницы никакой. От одного, ну от одного дамагера вообще там 50к, это 3 секунды. Да, вот там скажу, ну 5 человек за глаза хватит. Каждому меточку дать. На первой, на второй фазе, как на переводе, на все. Они тыкнут. Запомни, цель тыкнут, мы их всех в одну точку сведем, и все 5 человек свою метку убьют. Пусть шапешки убивают этих ломоботов где-то до 20%, прежде чем бомботы взрывать. У нас сейчас, смотрите, какая была проблема. Получается, бумботы были типа сзади, а хламоботы типа спереди. Да, не хватило, УЕ очень маленькая, да. Так все нормально, вообще идеально. Не торопитесь сливать. Надо, чтобы они прям четко в одной точке были. Как только они вот... Да.